Сегодня на акватории Белоярского водохранилища на оторвавшейся льдине оказалось 148 рыбаков. Благодаря тому, что проводилось патрулирование силами МЧС, рыбаков вовремя обнаружили. Спасали рыбаков 8 человек на 3 единицах плавсредств. 2 лодки на воздушной подушке и 1 моторная лодка. Просьба и обращение ко всем рыбакам. Уважаемые, берегите свою жизнь, не выходите на лед.